Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Некоторые из вас интересуются, как там проходит судебный процесс по компании Questra World в Казахстане. И вот мне прислали следующую информацию. Завтра последний день, когда можно зачитать исковые заявления и, соответственно, подать их. Завтра имеется в виду сегодня, 11 ноября 2019 года. Возможно, завтра на заседании после обеда уже будут прения. Прения начнутся, скорее всего, после 15:00 часов понедельника или с утра вторника. От волнения можете забыть необходимые моменты, и поэтому лучше сделать записи для выступления на бумаге. А если изложить на бумаге и зарегистрируете в канцелярии, вообще супер. Это делается для страховки. В случае несогласия с решением судьи, нужно будет приложить в апелляцию. Не ленитесь. Вот такая информация на данный момент. Похоже, что судебный процесс, который длится уже с июня, близится к своему логическому завершению. Интересно будет узнать окончательное решение суда. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.